Да. Ну, вы будете по мне скучать хоть чуть-чуть? Мама уезжает почти на... Сколько? 9 дней мне не будет. 8 дней. Ёпта, скучать. Буду сейчас собирать чемоданы. Потому что лечу на много дней. Нужно взять много теплой одежды, костюмы. Так что сейчас буду собираться. У меня весь дом в цветах. Мужчины, дарите девушкам цветы. Для нас это очень важно. Не знаю, лично для меня я просто обожаю цветы. Обожаю. В Благовещенске минус 28. И у меня назревает вопрос. Кто будет меня греть? Правда, как выжить в такой холод? Я кушаю. И смотрите, что делают мои собаки. Сидят, вот караулят. Хотя я только что их покормила. Покормила их сейчас, покормила их. Все, уже устала. Покормила утром и днем. Так, ну что, у меня получилось 2 чемодана. Вот первый. Вот второй огромный. Плюс 3 кофра и огромный пакет. Что? Ну что? Вот это самое неприятное в гастролях, что я оставляю своих собачек любимых. Девочка моя. Девочка. Девочка. Все ползает по мне, ползает, целует. Грустно немножко. Грустно от сознания того, в каком жестоком и суровом мире мы живем. Кто это у меня тут на связи? Дети. Кто это? Ты себя снимаешь? Да. И мой сладкий, ты что не спишь? Самолет уже. Днем. Самолет уже, я собиралась. А меня видно в телевизоре. Ой, какая я здесь. Ух. Прощай. Так приятно. Свежак. Ничего не словить, ты все знаешь о сексе, но не о любви. Пойдем. Пойдем спать. Все, пора уже спать ложиться. Вставать рано надо. Ой. Всем спокойной ночи. Ню. Девочка, ню. Ой, ты какие. Ню, вкусняшку, ню. По очереди. Ева теперь. Ню. И еще по одной. Подождите, прожуйте. Селси. Ева, на. Ну все. Собралась я. Мешаю. Ну все, идем. Я буду скучать. Пришлось вернуться домой, потому что меня внизу ждал такой вот букет. Ваша квартира может ломиться от красивой мебели, но только живые цветы переносят в ваш дом истинную красоту.
Как же Prime?